Новый поворот в деле об усыновлении мальчика, который получил тяжелые ожоги в тульском роддоме. Сегодня стало известно, Наталья Тупикова, одна из женщин, которая хотела забрать Матвея в семью, отозвала свое заявление. Эту информацию нам подтвердила сама Наталья. Другие подробности пока неизвестны. Сегодня в Туле после перерыва состоялось новое заседание суда. Ранее рассмотрение дела было приостановлено для того, чтобы провести психолого-психиатрическую экспертизу двум женщинам, которые хотели усыновить Матвея, а также его биологической матери. Однако Екатерина Захаренко экспертизу не прошла. Наталья Тупикова от судебной борьбы отказалась. В итоге усыновить Матвея теперь хочет только женщина, которая не общается с прессой. Известно ли, что у нее есть финансовые возможности, чтобы обеспечить дорогостоящее лечение и уход за ребенком? Биологическая мать, которая отказалась от Матвея сразу после трагедии, сейчас заявляет, что хочет воспитывать сына. Но на суде ее сегодня не было. Следующее заседание пройдет 12 февраля.